С Ангарой, с поселком Мотыгино связано много теплых воспоминаний. Я бывал здесь в детстве, ходил с речниками по Ангаре, дальше вверх по течению. Красивейшая река, прекрасные люди. А в юности, работая в театре, на всех краевых фестивалях соревновался с мотыгинцами, актерами из местной труппы. А еще в Мотыгино живет близкий друг моего отца. Он был на свадьбе моих родителей, он знает меня с самого детства, помнит совсем маленьким. Кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Мы не часто видимся, но когда есть повод, обязательно встречаемся и вспоминаем былые годы. Включил я как-то однажды канал «Енисей». Вот, ну, знакомое лицо. Дима, кто какой. Тут же звоню его отцу. Олег, слушай, Дима это или нет на экране? Он говорит, да Дима. И вот после этого я стал часто включать «Енисей». Я люблю проводить вечер в душевной компании. И приятно знать, что здесь ценят не только меня, но и мою работу. Ведь канал «Енисей» у них включен. Одно из прекрасных мест в нашем крае – берега Ангары, Мотыгино. Здесь меня любят, здесь меня ждут.